Дорогие друзья, перед просмотром моего видоса зацените канал, который называется Arctic Play. На этом канале выходят видосы также по игре Дайпе, но есть и по игре Танки Онлайн. По танкам онлайн здесь, конечно же, и форматочки, и нарезочки голдов, паркур, ВЖ, неудачные моменты, ну и другие видосики, интересные рубрики. Я думаю, вам понравился контент, а поэтому подписывайся на канал, переходя по аннотации, которая появилась на вашем экране. Ну и ссылочку я оставлю, конечно же, в описании под этим видео. Всем привет, дорогие подписчики, зрители и гости канала, с вами Дим Федоров, и сегодня мы смотрим игру Дипио. Да, ребят, дорогие друзья, сегодня я вам покажу новую пушечку в этой замечательной игре. Пушечка называется Бустер, и да, мы также можем прокачивать Файтер, это тоже из той же оперы, но сегодня я хочу показать именно Бустера, показать, на что он способен, рассказать немножечко о нем. И, конечно же, вы видите сейчас мои скиллы, ребята, данные скиллы, они, скажем так, вообще нагибающие на данном сервере, потому что докачался до Бустера я буквально минут за 5, не больше. И да, ребят, я просто таранил абсолютно любой танк. Вы видите, ребята, у меня прокачано полностью здоровье, полностью регенерация, дамаг от моей пробиваемости танка. И, конечно же, ну, когда я врезаюсь, и, конечно же, спид, скорость танка и перезарядка моих пуль. Что могу сказать? Мои пули вообще никак не прокачаны, потому что, ребята, мы можем просто вот так вот летать на сервере, собирать весь дроп, и этот весь дроп будет именно наш, и мы будем его уничтожать за секунды. Также мы будем уничтожать любого противника на этом сервере. Да, в конце, возможно, я поиграю с топером, и, возможно, его также солью, чтобы он больше не красовался и быть полностью нагибатором данного сервера. Ну, ничего страшного, это мы попозже. Сейчас мы найдем какого-нибудь опасного пацана, ребята, да. Что я могу сказать по поводу бустера? Играл я уже на нем предыдущую каточку, ребят, записывал я уже видосик ранее, но, к сожалению, у меня, блин, из-за моей криворукости или еще что-то типа того, короче, файл куда-то пропал, и я его найти не могу, но поэтому мы сегодня, ребята, посмотрим на эту, вот так вот, на эту игру, именно с такого ракурса. Ребят, вы видели, сейчас я просто нагнул какого-то непонятного чела, который просто забрел не в тот огород, не в те ворота, и, конечно же, этот чел был реально в ахере от того, как быстро я его уничтожил. Да, на этого мы все равно тоже попрем, потому что этот парень меня тоже бесил, когда я прокачивался, он был неподалеку, я запомнил его в любом случае. Так вот, ребят, что я могу сказать? Быстро у меня восстанавливается ХП, быстро пробиваю я любой танк, да, и как раз таки 4 дула, которые направлены именно назад, которые стреляют назад и придают скорость этому моему танку. Они, в принципе, особо роли не играют, но когда я врезаюсь каким-нибудь опасным челом, той же восьмистволкой или же там триплтвином, которые меня своими огромными шарами просто пытаются отодвинуть от своего тела, то вот как раз таки эти 4 ствола мне очень сильно помогают. Во-первых, они продавливают меня куда дальше. Вот, ты опять, зараза ты такая. Вот я тебя сейчас загашу, я тебе отвечаю. Я тебя припомнил, сволочь ты этакая. Так, ну так вот, ребят, мои вот эти вот 4 пушки придают мне скорости, я просто пролетаю сквозь любую преграду, создаваемую данными опасными пацанами, и поэтому мне намного проще их уничтожить. Так вот, я зареспился, в принципе, ну, как зареспился, я отрегенился, вон он тот пацик опасный, ребята, кстати, вот этот мне тоже не очень сильно нравится. Ну что ж, дорогие друзья, настало время, когда я просто должен его наказать. Ну, что-то как-то не туда немножечко пошло, ребят. Сейчас мы... Не буду я особо дерзко, резко это все дело делать. Нужно немножечко будет быть осторожным, потому что, в принципе, мои шары вообще не прокачаны. Их можно унести при помощи любого прокачанного хоть на немножечко шара. И, конечно же, все мои вот эти вот пульки, которые летят от моего танка, они практически ничем мне не помогают. Поэтому нужно осторожно играть и, конечно же, подкрадываться немного незаметнее. Ну, у нас сейчас, кстати, этого не получилось, но в любом случае я это вам продемонстрирую на протяжении всего этого летсплея. Так. Что я хотел также сказать, ребята, если вы прокачиваете именно вот эти вот скиллы, которые прокачаны сейчас у меня, вы можете очень быстро занять топ этой игры. Как вы видите, я уже на третьей, на четвертой строчке этого топа, этого сервера. А также очень быстро прорваться на 45 уровень. То есть, ребята, вы просто можете прокачать первые 3 шага, первые 3 скилла. Это, конечно же, дамаг от пробиваемости своего танка, от тарана, конечно же. Так, ребята, у нас, кстати, появились такие таблички, очень интересные, которых не было раньше, потому что я давно не снимал видосов. И да, ребят, потом чуть-чуть затрону опять-таки эту тему. Так вот, первые 3 шага — это регенерация, ХП и, конечно, пробиваемость тараном своим танком. И вот, все, эти 3... как раз таки
характеристики могут вам очень сильно помочь. Так, ну что ж, давайте мы этого загасим, пока он не на полных хп. Но, кстати, там что-то опасные какие-то дела сейчас будут твориться, ребят. Вы видите, его зажимают абсолютно все. И, кстати, это лидер. Это лидер, дорогие друзья мои. Дорогие друзья мои, что я говорил про то, что я буду гасить лидера? Я буду его гасить. Это файтер. Это файтер, ребята. Но файтер, к сожалению, немножечко меня отталкивает от своего корпуса и также очень быстро летит. По скорости, если мы можем сейчас немножко посмотреть, они практически ничем не отличаются. То есть, скорость у них одинаковая. Что у бустера, что у файтера. Ну вот, вот, вот чуть-чуть еще нужно. Чуть-чуть нужно его приотпустить, потому что... Мешает он все-таки, ну вот. По скорости, к сожалению, даже файтер меня немножко притормаживает своими шарами, которые расположены по бокам. Но, дорогие друзья, я сейчас что-то немыслимое творю, потому что я остаюсь на половину хп, даже меньше, и нужно немножко утихомирить свой пыл. В любом случае, мы до него доберемся, но не с такими количествами хпшек. Ладно, что хотел сказать. Давно не было видоса на моем канале, ребята. Уже на предыдущем видосе набралось практически 50 тысяч, да даже больше, 50 тысяч уже там, с чем-то 51 тысяча уже набралось просмотров. То есть я вижу, что вам нравятся данные видосы, потому что все-таки мой канал связан с танками, а это и есть танковая игра, да, IPO, и поэтому, если же вы желаете, то давайте поставим какую-то там жалкую 1000 лайков, и я вижу, что вам реально хочется смотреть мои видосы, я буду снимать для вас видосики данного жанра, и я думаю, вам будет замечательно, и мне будет приятно. Ну и, в принципе, давайте. Топера надо гасить. Топера надо гасить, а топер сменился уже, получается, да? Или нет? Я не... А, топер вон вообще внизу, ну да, топер сменился, получается. Топер сменился, и топер, кстати, гасит сейчас... Склад топер гасит. Гасит, зараза, склад ты такой, да? Ну давай мы тебя сейчас загасим. Я надеюсь, что все-таки мы должны к нему подобраться. Ребят, нихера не получается с помощью этого бустера сраного. Меня все-таки его шары, которые, наверное, прокачаны чуть-чуть побольше, они меня очень сильно отталкивают. То есть, ребята, я очень долго зажимал эту восьмистволочку. Очень долго зажимал. Вы понимаете, что если бы еще пару секундочек, а там буквально еще минут 10, ой, секунд 10, то все, меня бы не было. То есть, зажимать надо тоже с умом, и не нужно дожимать до последнего, уже идя на риск. Потому что все-таки нужно показывать вам хорошую игру, более качественную. Даже пускай я его сейчас не убил, но в любом случае я его убью чуть позднее. Так, ну давайте вот этого вообще изи сейчас разгасим мы его. Дорогие друзья, все, его даже так загасили немножко, подсобили мы тому парню Гану и добавили ему немножко опыта для его прокачки на 45 уровень. Потом прокачается, мы с ним тоже повоюем. Так вот, сказал я про то, что добавились таблички, сказал про то, что нужно, чтобы я выпускал видосы по этой игре. Сейчас мы, может, кого-нибудь все-таки должны загасить. Господи, надо осторожнее рядом с этим опасным пациком, с его большим, огромным горохом кататься, потому что... Серьезно, серьезный парень может вынести с одного выстрела. Так вот, что делаем, ребят? Делать надо, что-то надо делать здесь. Что-то надо делать. У меня полный хп, и лидер у нас, как видите, вон он сверху. Получается, он очень близок. Но, сука, уезжает такая тварь он. Паскуда, иди сюда, я сказал. Иди сюда! Нет, ребят, не подойду. Очень-очень-очень сильный дамаг я получаю. В принципе, надо уезжать от него. В любом случае, мы это можем дело сделать. У нас очень быстрый танк. Наверное, самый быстрый в этой игре, если не ошибаюсь. Но, к сожалению, играть им тоже надо уметь. И да, я особо не играю в Дайпио, ребят, честно могу признаться. Я захожу именно для того, чтобы заснять летсплейчик, показать что-то новое. Да, ребята, загасил я этого кого! Пацана, который мог меня вынести с одного выстрела. Если бы он выстрелил, то мне была бы жопа. Ладно, ничего страшного. Так вот, ну давай иди ко мне, если ты ко мне так уж очень хочешь. Вот, что я могу сказать, ребят. Ну, этого тоже надо было гасить с умом. Ну, да, не успели бы мы в любом случае. Так, если бы я постоянно снимал, постоянно бы играл, повышал бы уровень своего скилла, то да, я бы показывал, мне кажется, намного лучше игру, чем она имеется на данный момент. Но я думаю, даже этого достаточно, потому что... И так уж очень красиво, осторожно я играю, не стараюсь как-то рисковать, но вот сейчас рискануть можно. Я сказал, сука, рискануть можно! Сука, нельзя. Нельзя, ребят, нельзя, сейчас нельзя. Их там двое, и, во-первых, меня трехстволка еще вроде бы подгашивала сбоку. Потом еще этот подгашивал, но в любом случае я их немножко там раздраконил, они сейчас будут друг у друга выяснять отношения. И мы такие вот зареспившиеся, отрегенившиеся полностью подкатим такие, загасим обоих, надеюсь, я сейчас. Ну, главное не отпускать их подальше, потому что отпустим, это будет жопа. Вот он, одна из восьми стволочки, но, ребят, сейчас мы отрегенились.
отрегенились, мать его, у него должно быть вообще на нуля хп, если я не ошибаюсь, дорогие друзья мои. Ах ты ж, сойкотина, тоже отрегенился, сволочь такая. Ну ладно, сейчас мы его подгасим. Сейчас все будет, дорогие друзья, давай! Ах ты ж, тупая скотина! Ух ты ж, тварь! Меня, во-первых, он никак не подпустил. Я не пойму, что за хрень. По-моему, вообще, по логике вещей, мой бустер должен невероятную скорость иметь при попытках его всячески отдалить от своего корпуса. То есть он в любом случае должен хоть как-то сопротивляться этим шарам, вылетавшим из восьмистволочки. Но какого черта он все-таки меня держит очень долгое время на большом расстоянии? Какого, мать его, черта? Он не имеет... Вообще, блин, по логике вещей я должен подъезжать, невзирая на его выстрелы, просто уничтожать его и все, и уезжать. Какого хера я не могу не сделать? Даже с третьего раза я не смог ничего сделать. Да, ребят, сейчас мы прокачаем еще заново наш бустер. И да, может быть, даже файтера показать вам. Ну, на бустере мы поиграли, некоторые погасили. Но вот файтер, да. Скажу сразу, если мы пойдем на лидера, а ведь я на лидера сегодня хочу пойти и загасить лидера, бустер будет намного лучше, потому что у него восьмистволка, и нам нужна скорость выше, чем у файтера при встрече. То есть, если мы будем встречаться с восьмистволкой, он нас будет отдалять. Даже если при бустере он так сильно нас держит на расстоянии, то при файтере он еще будет намного сильнее нас держать на расстоянии, и расстояние наше будет намного больше. Поэтому, да, все-таки я сегодня покажу бустера, ну а заходите, я вам покажу и файтера в следующем видосе. Ладно, ребят, смотрим, пока я прокачиваю нашего бустера, и потом уже через пару секунд возвращаемся на этот сервер. Так, дорогие друзья, вернулись мы. В принципе, что могу сказать, прокачал я довольно быстро этот мой новый танк-бустер. И что, я немножко поигрался со скиллами, добавил ему дамага. И давайте сейчас попробуем все-таки загасить данного топера. Топер, конечно же, уже сменился, да... Тут топеры особо долго не сидят на месте. Ну вот, и опять-таки новый топер уже появился. И, в принципе, давайте мы этого нового топера тоже, возможно-таки, угасим. Потому что я уверен, что он также был на соплях. Так как они бодались с предыдущим топером. И... Да сука! Что это за херобора происходит? Чу, я не могу их загасить, потому что подхожу к ним, видимо, очень близко. Да, нужно поиграться сейчас будет с боковушки, заходить спереди, но в любом случае они меня будут держать на расстоянии, что же они глупцы, если дошли до топа. Блин, мне что нравится в этой игре, ребята? Тут невозможно, тут есть хоть какой-то баланс. Невозможно просто взять, мать его, и прокачать какой-то танк, который будет год-моды. И, блин, и нагибать при помощи него. Нельзя этого сделать, то есть все танки практически на равных чем-то... Хорош мой бустер, чем-то хороша восьмистволочка, чем-то хорош трипл твин, еще какой-то там твин тоже неплох. Также чем-то хороша та же пушка, которую я забыл название, которая стреляет запористыми большими шарами. Да, ребята, все пушки в этой игре замечательны, но нам нужен лидер. Нам нужен лидер, потому что именно за лидером я и пришел. Я понимаю, что он сейчас меня опять-таки не пустит, но даже если мы подлетим к нему на всех парах, если он будет чем-то занят, уже, может быть, мы его как-то отвлечем и загасим. Но, блин, ребят, очень сложно, как видите, довольно-таки тяжеловато по к нему... Сука, я не могу к нему подъехать, ребята, я не могу к нему подъехать, то есть с этой пушкой она реально очень сильно дамажит, это во-первых. Во-вторых, она реально довольно-таки... Долго меня держит на расстоянии. Я не могу просто к ней подъехать, не получая никакого дамага. И, конечно же, оставаясь на нормальных хп, чтобы их хватило для того, чтобы при раздамаживании данного парня, чтобы его протаранить и остаться еще живым. То есть не хватает мне хп. Я, конечно, могу рискнуть. И, возможно, я сделаю это сейчас через пару минут, потому что мне надоест его постоянно объезжать со всех сторон и не мочь его загасить. То есть нужно как-то все-таки его достать. А достать его нужно сейчас прям вот так. Нет, он видит меня, сука, видит меня, зараза тупая. Ну ладно, сейчас мы все-таки дождемся момента, который позволит нам его протаранить. Ну! Я не могу к нему вообще подъехать, ребята. Я не могу к нему подъехать. У меня хп мои улетает на своих, на ваших даже глазах. То есть только я к нему приближаюсь, и все, и мои хп просто... Фу! Нету хп моих. Вот это меня бесит, ребята. Вот, кстати, тоже неплохая пушка. Возможно, я вам покажу ее в следующем летсплейчике, но... Да, он видит, он меня видит. Он видит, что я поза ним катаюсь, он видит, что я хочу его танк, я хочу его загасить, я полностью его хочу, но не получается, ребят, не получается. Я буду пытаться, пока у меня это будет получаться. Вот. Да!
сука, на, получай, тварь. Вот так надо играть. Вот так надо играть на бустере, ребята. Недолго твоя музыка играла, сволочь ты тупая. Ну давай мы сейчас и следующего топера также займем, также загасим, потому что, ребята, меня это веселит. Когда я обламываю половину народа этого сервера, которые прокачивались так же, как и я, теряли также свое время, а потом бабах, подлетает такой вот бустер, такая вот падаль, такая вот маленькая, которая просто приезжает, раздамаживает, протаранивает, и ты отправляешься опять-таки на долгие-долгие, вот это вот мне уже не нравится, на долгие-долгие предпочтительные прокачки. Так, ну пока что будем маневрировать между этими складами, но, ребят, вот сейчас можно, в принципе... Нет, нельзя. Нет, ребята, я остаюсь все-таки на половину хп. Ну да. Первый блин комом, второй блин комом, третий также, потом между третий и второй перерывчик небольшой, и мы его загасим, ребята. Я хочу остаться в топе на сегодняшний день, потому что, вы видите, я уже на второй позиции, и меня отделяет именно этот пад... Ну, это... этот засранец, который... Ой-ой-ой, как он близко. Как же все-таки он близко. Ребята, это тоже неплохая пушечка, как вы видите. Их там вроде бы сколько стволов, я не могу разглядеть, потому что нужно ближе подъехать. Так, сколько у тебя стволов? Раз, два, пять стволов, ребята. Пять стволов с одной стороны, и все эти стволы стреляют в одну сторону. То есть ему не составляет труда просто повернуть свой танк и загасить меня так же очень быстро, как это делал предыдущий топер. Ну, блин, разобраться мы с тобой должны, обязаны и можем. Так. Да! Ребят, тихо! Уйди нахер! Господи, ребята, это очень-очень-очень легко. Вы видите, я 55 тысяч опыта имею. Сейчас, ребята, попробуем мы себя на шкуре, точнее, посидеть в шкуре топера, потому что мы сейчас у всего серва показываемся, где мы расположены. И в любом случае, на агрены уже на мною, все вот эти вот слитые мною также игроки, топеры, они также уже давно прокачаны, и они также хотят меня уже как-то тоже загасить, вот так вот невзначай. Но, ребят, я буду пока что играть, давайте мы уже будем по-жесткому рисковать, видимо, летсплей-то и так уже затянулся, ну, больше, чем я желал. Мы загасили двух опасных топеров, ребята, у нас получается вообще все, как я и планировал. Мы прокачали довольно-таки неплохие скиллы, которые позволяют нам уничтожать любой танк, даже ту восьмистволочку, и... Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо. Даже у вас вместо ствола. Давайте мы попробуем его все-таки загасить. Но, ребят, с ним трудно. Я забыл также название этого игрока. Точнее, этого танка. Так, ребят, нет. Ой-ой-ой. А все-таки... А вы видите, ребята, не особо и сильно он меня продамажил. Не особо и сильно он меня продамажил. А вот я его сильно продамажу. Я это уверен. Но я уверен, что я могу также из-за своей одной ошибочки лишиться своего прокачанного танка и первого места в этом сервере. Так, господи, я... Ой-ой-ой. Что-то я не туда нажимаю. Точнее, не туда я, а дулом своим повернут. Ребят, ну, блин, вот он видит, что я... Давай, давай, да, детка, да. Я не знаю, для меня бустер это самая нагибающая вещь в этой замечательной игре, ребята. Я просто наказываю абсолютно всех и вся на этом сервере. Я имею 63 тысячи опыта. Я не знаю, ребята, заканчивать на этом видос или не заканчивать, потому что эпика и так предостаточно. Я показал все, что я хотел. Я могу сказать, что бустер в этой игре довольно-таки неплох. Во-первых, он имеет... Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это тоже что-то опасное, но давайте мы попробуем... Не, мы не попробуем его загасить, потому что у нас он убьет. Нужно играть осторожно, как я уже сказал. Сука! Вот это срань, я не знаю, как он называется, Fly... Господи, забыл название вот этой пушки, которая стреляет огромным запористым шаром, который убивает практически любого игрока, не прокачанного на макс хп и, конечно же, реген. Она очень быстро уничтожает любой танк, то есть... Тоже, ну, в чем-то хороша эта пушка, но я думаю, что даже если я рискну вот так вот нарваться на этого пацана, хотя я знал, ребята, я знал, что меня убьют, я лишь просто хотел показать вам красивую игру, но практически мы его уничтожили, практически, да, немножко не хватило нам, но в любом случае в следующий раз мы кого-нибудь дозагасим еще посложнее, посильнее, прокачаем что-то намного интереснее, чем бустер, я уверен, что в этой игре можно найти наиболее интересный вариант, и поэтому, ребят, давайте поставим 1000 лайков, каких-то жалких 1000 лайков, я буду видеть, что вы желаете видосов от моего лица по этой игре, и буду снимать для вас видосы. Ну а на этом я хочу с вами проститься.
хочу сказать, точнее выразить огромное спасибо всем тем, кто досмотрел этот видос до конца, поэтому давайте также подпишитесь на мой канал и будьте со мной также до конца, кто это еще не сделал, и я буду радовать вас новыми видосами. Ну а с вами был Дим Федоров, опасный пацик, который наказал 3 топеров в этой игре, или даже 2, я не знаю, ребята, вроде бы, ну не знаю, считайте сами, в принципе, мне очень сильно понравилось, и игрушка меня уже начинает затягивать, хоть я в нее особо и не играю. Ладно, все, ребята, всем удачи, всем пока, подписка на канал и лайк под это видео.